Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте приготовим невероятно полезный напиток. Это настоящий энергетический коктейль для организма. Чай с корицей и имбирем для похудения. Он активизирует обмен веществ значительно больше, чем напиток с одной пряностью. Итак, нам понадобится корица молотая, 1 чайная ложка, мед, 1 чайная ложка, черный перец, 1 щепотка, зеленый чай по вкусу и имбирь молотый, тоже 1 чайная ложка. Завариваем чай. Добавляем в него 1 чайную ложку корицы, затем щепотку черного перца и 1 чайную ложку молотого имбиря. Настаиваем пару минут, затем перемешиваем и даем слегка остыть. После этого добавляем в напиток 1 чайную ложку меда. Все перемешиваем. Напиток желательно употреблять в течение дня 2-3 раза. Первый раз пейте утром натощак, чтобы зарядиться бодростью и ускорить обмен веществ. Перед употреблением убедитесь, что у вас нет аллергии на все компоненты этого полезного напитка. При необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Если вам понравилось наше видео, обязательно ставьте лайк и пишите свои комментарии. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!